Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить мандариновый джем. Что для этого понадобится? Мандарины надо очистить от кожуры и от белых пленочек. После того, как я очистила мандарины от кожуры и от белых прожилок, мандарины я взвесила. Получилось 800 грамм. Значит, сахара я беру 400 грамм. Теперь мандарины разрезаем вот так поперек. И можно приступать непосредственно к варке джема. Я буду готовить в мультиварке. Мандарины переложила я в чашу мультиварки и высыпала сахар. Чашу переставляем в мультиварку. Закрываю крышку мультиварки, выбираю режим варенья час. Нажимаю старт. И через час нужно будет пробить всю массу блендером. Время приготовления подошло к концу. Остается массу пробить блендером. На данном этапе масса получается жидкая. И нужно сейчас ее уварить. Включаем режим мультиповар, 110 градусов, час, и нажимаю старт. В течение часа нужно будет смотреть, после того, как закипит масса, нужно будет посмотреть, не выкипает ли она, и обязательно помешать. Время приготовления подошло к концу. Джем хорошо загустел. Теперь его остается перелить в баночку. Ну вот и все. Великолепное лакомство готово. Остается только налить чай и угостить своих родных и близких. Приятного вам аппетита!